события понедельника и прошедших выходных в эфире программы «Новости 45». В студии Оксана Собакова. Добрый вечер. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Конституция. Ну, это свод таких законов, правил, которые ограничивают государственную власть, по-моему, да? Закон, который должен знать каждый. Сегодня Россия отмечает День Конституции. Контрольно-ревизионный отдел, он в течение года проверит все структурные подразделения в отношении, скажем так, тех финансовых операций, которые они проводят. Коррупция есть, но с ней борются судебные приставы о новых требованиях к работе. Для того, чтобы снимать панорамы качественные, потом удачно их склеивать, нужен штатив. А штатива с собой никак не взять, это лишний вес. Покоренные вершины. В художественном музее открылась фотовыставка зауральских альпинистов. Изначально у нас был другой состав, у нас был гитарист, и звучание абсолютно другое было. А вот пришел к нам Степа, и мы начали совсем по-другому развиваться. Лирика и рок. В Кургане выступила екатеринбургская группа «Сандоус». За выходные в Заурале произошло 20 пожаров. Погибли 2 человека. Сводку происшествий расскажет Юрий Пестерев. В ночь с пятницы на субботу в жилом деревянном доме в Шадринске загорелся диван. С ожогами лица и рук в больницу доставлен 62-летний хозяин жилья. Причиной пожара стала неосторожность при курении. В субботу ночью вызов повышенной сложности поступил из микрорайона Утяг. Горел 2-этажный многоквартирный шлакоблочный дом. Пожар начался в одной из квартир. Огонь повредил домашние вещи, мебель, частично обрушилось потолочное перекрытие. Убыток устанавливается. Причиной возгорания также стала непотушенная сигарета. Курение в состоянии алкогольного опьянения стало причиной гибели 61-летнего жителя Шадринского района. В ночь субботы на воскресенье горели домашние вещи в селе Красномыльское. Внутри дома пожарные нашли погибшего хозяина. А в воскресенье вечером загорелся телевизор в квартире по улице Ломоносова в Кургане. В дыму задохнулась 48-летняя женщина. Ее 72-летнюю мать с признаками отравления угарным газом госпитализировали в больницу. Юрий Пестерев, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45». Чистота рядов – залог успешной работы. Курганские приставы рассказали, как противодействуют коррупции. В управление федеральной службы наведался Александр Гришаков. Взимание штрафов, арест имущества и другие финансовые составляющие, по словам приставов, вызывают большой соблазн обогатиться. Поэтому при приеме на работу в управление кандидатов тщательно проверяют. Наличие административных правонарушений или судимости – веский повод отказать в трудоустройстве. С начала года 3 соискателей не приняли на работу. Тот, кто к нам приходит на государственную гражданскую службу, это те люди, которые проходят обязательно конкурсную процедуру. У нас только, скажем так, 2 должности в управлении, которые позволяют принять человека без конкурса. Это помощник руководителя управления. С нового года в управлении прибавится 77 должностей. Кандидатов уже подбирают, проверяют их психологическую и физическую активность. Под постоянным контролем и те, кто уже давно работает. Приставы предоставляют сведения о своих доходах и доходах близких людей. Из 1000 документов дополнительной проверки потребовали 25. Я бы с трудом, конечно, назвал это коррупцией. Там кто-то не указал, значит, полностью сумму. Сумма, она по заработной плате, она как бы прошла через налоговую, обложена налогом и так далее. То есть, как бы укрывательство такое, можно сказать, в принципе, формальное. Кто-то продавал автомобиль, в принципе, не указал доход. Самоконтроль дополняется проверками со стороны. В этом году на работников управления возбуждено 2 уголовных дела по вымогательству и присвоению. Одно прекращено, второе направлено в суд. Контрольно-ревизионный отдел, он в течение года проверит все структурные подразделения в отношении, скажем так, тех финансовых операций, которые они проводят. Причем проверяется досконально, начиная с квитанционных книжек, когда проверяется, ага, судебный пристав, что тут за исправление, правильно ли оно, неправильно, как через копирочку прошло. Отдел собственной безопасности, отдел противодействия коррупции точно так же подключается, когда ездит, может проехать по адресам, может проехать должникам, то есть уточняет, да, такая сумма была заплачена или нет. За небольшие нарушения в управлении предусмотрено дисциплинарное взыскание. Запись заносят в личное дело. Недобросовестность сотрудника может отразиться на его карьерном росте. Очередное звание не присваивают, если замечание не погашено. Эти замечания, они как бы действуют у сотрудника год, и в течение этого года он ограничен в получении премий и так далее, и так далее, и так далее. То есть в материальном плане это тоже накладывает на него такой достаточно негативный отпечаток. В целом в управлении отмечают, что кадровая политика приносит положительные результаты. Количество нарушений за последние 5 лет сократилось вдвое.
Однако контроль останется, как и прежде, серьезным, ведь штат с нового года увеличат. Александр Гришаков, Александр Менщиков, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45». В «Надежду с надеждой» сотрудники областного управления наркоконтроля побывали в центре реабилитации для наркозависимых в деревне Камыши Куртамышского района и посмотрели, как изменился центр за последние полгода. Сегодня в «Надежде» 20 человек из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тюмени, Стерлитамака, Челябинска. В основном это молодые люди. Андрей, теперь уже воспитатель, вспоминает. Колоться начал в 94-м. В принципе, продавали в каждом доме, в каждом подъезде. То есть, там, куда пошел, там взял. Угу. Это в Тюмени? Да, в Тюмени у нас так было. Хотя, при всем при том, я спортсменом был на тот момент. Угу. Увереннее как-то себя чувствовал, когда употреблял. Угу. Все, и я потом уже... Сам не заметил, как уже на системе сидишь. Сегодня Андрей сам помогает бывшим соигольникам освободиться от зависимости. Говорит, хуже всего вылечиваются те, кто сидел на синтетических наркотиках. Они долго путают галлюцинации с реальностью. Реабилитанты подтверждают, тяжелее всего осознать, что ты наркоман, и заново научиться жить в обществе. У меня все, вся жизнь – это большая-большая проблема, да. И как-то вот это принять, наверное, научиться... Вот, жить со своим диагнозом. Вот. А проблема была еще вливание в коллектив, потому что все употребление, да, я была одна. То есть меня окружали мне подобные, но это были не отношения, там, это было так, коммерческие такие связи. Бывшие наркозависимые занимаются с психологами по программе «12 шагов». Сами обустраивают свой быт, увлекаются физкультурой. «Надежда» – один из 6 реабилитационных центров Зауралья. В каждом своя методика избавления от зависимости. Главное, говорят специалисты, чтобы реабилитанты смогли вновь обрести смысл жизни. Оксана Савакова, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45». Сегодня в России отмечают День основного закона государства – Конституции. Ее приняли 18 лет назад всенародным голосованием. С тех пор документ является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В документ носили ряд поправок. Последнее из них – положение о президентском сроке. Его увеличили до 6 лет. И 5-летнем сроке избрания Государственной Думы. Курганская областная дума отметила этот праздник по-своему. В гости к законодателям пришли старшеклассники. Ученики 57-й гимназии прошлись по коридорам власти, примерили кресло председателя Думы и узнали, как работают и принимают законы зауральские депутаты. До сегодняшнего дня, думал, сидят на своем рабочем месте, подписывают всякие бумажки, ничего не делают, не выезжают. Но сейчас прошелся по коридорам, посмотрел фотографии, понял, что выезжают по всей области, смотрят на разные предприятия, кто как работает, где. Несмотря на то, что 12 декабря больше не является выходным днем, дату помнят как минимум 2/3 россиян, уверяют социологи. Мы спросили у курганцев, что они знают о главном документе страны. Конституция – это свод таких законов, правил, которые ограничивают государственную власть, по-моему, да? А то, что не будет Конституции, не будет и прав, будет беспредел. У каждого государства должен быть свой документ, по сути. Также вот в России есть своя Конституция, которую все должны... руководствоваться. Без Конституции нет смысла жизни вообще-то. Мы должны чего-то придерживаться. Каких-то правил, каких-то порядков. Право на труд, например. Право на отдых. Я с этим потруднее, хотя их, наверное, больше, чем прав. Ответственный период в жизни страны. Только что закончились выборы депутатов Государственной Думы. Впереди выборы президента Российской Федерации. В преддверии новой избирательной кампании губернатор Курганской области Олег Богомолов обращается к жителям Зауралья. Уважаемые зауральцы, завершилась сложная и напряженная избирательная кампания. Мы с вами избрали новый парламент страны. «Единая Россия» получила в нем 238 мест, КПРФ – 92, «Справедливая Россия» – 64, ЛДПР – 56 мест. Надеюсь, что избранные депутаты оправдают наше с вами доверие, и от нашей области в Государственной Думе Российской Федерации будет работать наш земляк, представитель Народного фронта Александр Владимирович Ильтяков. Я хочу поблагодарить всех зауральцев за проявленную высокую гражданскую активность. В выборной кампании в области приняли участие более 56% жителей. Выборы являются легитимными и прошли без каких-либо серьезных нарушений. Их итоги признали все политические партии нашего региона.
Прошедшая избирательная кампания позволила нам еще раз сверить наши приоритеты, оценить этапы нашего развития, критически подойти к решению насущных вопросов и проблем, которые волнуют сегодня каждого из вас. В ходе подготовки и проведения выборов поступило много предложений от наших жителей. И они станут предметом самого серьезного рассмотрения, а многие из них будут приняты правительством области как руководство к действию по дальнейшему развитию региона. Мы принимаем обоснованную критику, но в то же время не можем согласиться с огульной критикой результатов, реально достигнутых за последние годы областью и муниципальными образованиями. Популизм, стремление на основе нерешенных проблем людей достичь узких политических целей отдельных политических партий – это путь в никуда. Несмотря на это, мы считаем, что консолидация общества является основой развития как нашего региона, так и России в целом. Будущее Зауралья должно соизмеряться с общим вектором развития Российской Федерации. Мы с вами живем в реальном мире, в мире жесточайшей конкуренции, в мире реальных угроз. Подтверждение тому – мировой финансово-экономический кризис, революции, потрясшие Азию и Африку, приближение НАТО к нашим границам. Противостоять этим угрозам может только сильная Россия. Консолидация общества и власти всех здоровых сил нашей страны. Несомненно, Запад напуган укреплением российской державы. В очередной раз предпринимаются попытки развалить ее изнутри. Ложь. Миллионы долларов из-за рубежа, потраченные на прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны, все это направлено на дестабилизацию ситуации в России. К сожалению, находятся люди, в том числе и в нашей области, которые, что называется, клюют на псевдодемократическую пропаганду, а некоторые откровенно пользуются подачками из-за рубежа для расшатывания обстановки. Но нами еще не забыт горький трагический опыт развала Советского Союза. И мы не должны допустить повторения этого сценария. Особенно важно это сейчас, в исторически ответственный период в жизни нашего государства. Мы провели выборы депутатов Государственной Думы и готовимся к выборам президента Российской Федерации. В адрес правительства области, в мой адрес поступают многочисленные обращения наших граждан, в которых звучат тревога и озабоченность за будущее нашей страны. И я обращаюсь к зауральцам, истинным патриотам Отечества. Не дайте себя обмануть. Все, что делают наши противники, это не шутки. Мы должны быть вместе, осознавать реальные угрозы для нашей страны и не поддаваться на провокации. Сейчас нам необходимо проявить выдержку, высокую политическую зрелость и гражданскую ответственность. И я надеюсь, я уверен, что жители Зауралья разберутся в этих происках и сделают для всех нас важный и правильный выбор. Коммунальные проблемы будут решены. На прошлой неделе мы рассказывали о детях-сиротах, которые в новых квартирах выявили ряд недоработок застройщика. Сегодня к ним выехала специальная комиссия, чтобы разобраться во всех вопросах. Юлия Король продолжит. Созданная комиссия администрации Варгашинского района посетила в новом доме несколько квартир. Сначала пришли к Юлии Дягилевой. Девушка жаловалась на низкую температуру в квартире. Сегодняшний замер показал 23 градуса. Плесень на окнах, по мнению специалистов, появилась из-за чрезмерной влажности. Вот это вот запотевание. Нет, я не насчет этого запотевания. Это да, это влажность раз. У нас как и дома, я считаю, это. Это влажность повышенная. Ну, да, и вот этот уже теплоноситель, он должен быть открыт. Ну а вот эту плесень, наверное, ее надо убрать. Она смывается мощь. Вторую проблему — в комнатах у Юлии нет света — решить сразу не получилось. Официально заявку сделать, электрик придет и выяснит, в чем причина. Если это причина при монтаже, значит, собственник, кто продавал эти квартиры, он устранит это за свой счет. Если же выяснится, что эта причина уже наступила вследствие проживания, то, естественно, это и неправильно использовано, то, естественно, это за их счет будет все установлено. Что касается частого отключения воды, то, по словам заместителя главы администрации Михаила Кокорина, эта проблема характерна для всего поселка. С введением в эксплуатацию нового водопровода перебоев быть не должно.
Как пояснили специалисты, в этом доме сейчас вода уже подается круглосуточно. Вопрос по газу пока не решен. У жильцов оформлены не все документы. Замглавы пообещал помочь с этим. Подтвердили специалисты комиссии протечку крыши. Но еще осенью рабочие залатали все щели. Другие жильцы также пожаловались комиссии на холодные батареи. Температура сейчас у меня нормальная. Как дальше? Были проблемы-то? Были проблемы. Целую большую неделю у меня холодная батарея была. По словам коммунальщиков, перебои с теплом действительно возникали, но сейчас они устранены. Все проблемы можно было бы решить быстрее, если бы дом обслуживала управляющая компания. Жильцы ее почему-то до сих пор не выбрали, а ведь согласно жилищному кодексу за содержание дома несут ответственность собственники квартир. Пока будет решаться этот вопрос, замглавы района Михаил Кокорин пообещал взять под контроль проблемы сирот. Пусть они приходят в опеку или в администрацию, мы окажем помощь, кому идти, и переговорим. Юлия Король, Александр Киселев, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45». Старейшее учебное заведение профессионального образования в Кургане. Промышленный техникум отметил вековой юбилей. Низшая ремесленная школа 100 лет назад и промышленный техникум сегодня. За годы существования учебное заведение сменило несколько зданий, поменялся статус, пополнился перечень специальностей. Неизменной остается главная особенность. Учреждение готовит самые востребованные на зауральских предприятиях кадры. Рабочие для промышленности, это были кузнецы, токари. Эти традиционные профессии сохраняются и сегодня. Слесарь – это самая древняя профессия у нас. То есть она с открытия образовательного учреждения до сих пор сохранилась и востребована на предприятиях города. Поздравить коллектив техникума пришли депутаты, представители управления образования, выпускники заведения и руководители предприятий, с которыми сотрудничает техникум. Активно принимают выпускников на работу заводы «Курганстальмост», «Икар» и многие другие. С техникумом нас связывает очень давняя дружба. Учащиеся проходят практику у нас. Даже было время, когда они выполняли по нашему заказу, изготавливали детали, то сделали товарную продукцию. Современный промышленный техникум был образован в мае этого года на базе двух учреждений – профессионального лицея номер 8 и техникума машиностроения и металлообработки. За 100 лет учреждение выучило около 40 тысяч специалистов. Машиностроительная промышленность сейчас на подъеме, мы надеемся на это. И поэтому наши кадры востребованы. И то, что эта традиция сохранена, и через 100 лет мы все-таки продолжаем готовить эти профессии, эти специальности. И я думаю, что это символично, что мы сегодня все-таки собрались. Директор и руководство техникума были награждены благодарственными письмами губернатора и начальника управления образования за многолетний труд и преданность профессии. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, Александр Бувальцев. Телекомпания «Регион 45». Юбилей отметили железнодорожники. Южноуральской магистрали исполнилось 65 лет. Во Дворце культуры железнодорожников прошли торжественные мероприятия. Отличившимся в своей профессии ветеранам вручили грамоты и благодарственные письма. У Курганской магистрали 3 героя Советского Союза и 4 героя социалистического труда. С лучшими номерами для них выступили коллективы Дворца культуры, а также приглашенные артисты. Курганские железные дороги сегодня – это 42 предприятия. Меняется облик многих зауральских станций, реконструируют вокзалы. Бесперебойная перевозка грузов и пассажиров – это основная задача, для чего мы вообще работаем. Поэтому модернизация инфраструктуры, развитие инфраструктуры. Огромная сумма инвестиций вкладывается в Курганский регион, поэтому вот освоение этих средств, которые позволят в дальнейшем беспрепятственно пропускать возрастающий поток грузов. «Выше гор только горы» – фотовыставка под таким названием открылась в областном художественном музее. С творчеством курганских альпинистов познакомился и наш корреспондент. «Если горы не идут к нам, мы сами отправляемся к ним», – говорят альпинисты клуба «Вертикаль». И одну за другой покоряют вершины. За плечами спортсменов их более 45. Юный возраст не помеха. Руководитель клуба Владимир Казинас успешно тренирует юношескую команду. Признается, больше высоты ценит сложность подъема. А от высоты здесь не зависит. Здесь можно и 100 метров преодолеть и получить от этого большое удовлетворение. Потому что эти 100 метров, кроме тебя, может быть, никто и не преодолевал никогда. Памир и Тяньшань как на ладони. На выставке представлено более 30 снимков, в том числе панорамных. Автор последних – Ольга Жданова. Свой путь в альпинизме девушка только начинает. За 4 года она сумела совершить 6 восхождений, не расставаясь при этом с фотоаппаратом.
Говорит, документальность для нее прежде всего. Зритель должен видеть на фото правдивый пейзаж. Для того, чтобы снимать панорамы качественные, потом удачно их склеивать, нужен штатив. А штатива с собой никак не взять, это лишний вес. И времени приноровиться нет, то есть найти какую-то удобную позицию тоже нет. То есть фактически панорама получается из того вот набора снимков, которые потом приходится домой и анализируешь. Морозоустойчивая палатка кошки фотоэкспозицию дополнила снаряжение альпинистов. Кроме того, публику ждал еще один сюрприз – демонстрация видеофильма о швейцарских Альпах, покоренных курганцами. Юрий Пестерев, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45». Смесь мощного пост-рока, гранжа, искренней лирики и эмоциональных живых выступлений – все это группа «Сандоус». В это воскресенье музыканты из Екатеринбурга выступили в Кургане. О том, что их сблизило с нашим городом, расскажет Марина Белкина. Многим курганцам «Сандоус» запомнились с 2010 года, когда они играли на разогреве у финской группы «Мурманск». А потом ребят еще два раза звали в Курган. Уж очень они не приглянулись курганской публике. Кстати, музыканты до сих пор под впечатлением от курганского фестиваля «Каратэ-фест», в котором участвовали в прошлом году. «Каратэ-фест» еще да. Здесь, который проходил. И как раз в Кургане был вот. «Каратэ-фест». Не знаю, для меня вот это самый незабываемый фестиваль, потому что под открытым небом, ребят, вы помните, это какая круто, красота да, была. Помню, ветер дует в лицо. Да, ветер, было. Это небо. Это просто потрясающе. И музыка. В последнее время музыкальные ориентиры группы немного сменились. В чистой инди стали органично вплетаться нотки гранжа, что придает больше драйва и энергии выступлениям группы. Изначально у нас был другой состав. У нас был гитарист, и звучание абсолютно другое было. А вот пришел к нам Степа, и мы начали совсем по-другому развиваться. То есть как бы мы ушли от чистого классического пост-рока и начали играть что-то, как до сих пор не определились, как вот этот жанр у нас называется. Начался концерт под акустику. Лидер группы Василий Фадин сыграл пару лиричных песен. А вот потом начался настоящий рок. Красивые ломаные ритмы, надрывные мелодии, порой доходящие до грани истерики, отличный вокал и, что, кстати, немаловажно, достойное произношение. Ведь все их песни исключительно на английском языке. Курганом «Сандоус» связывает не только творческие отношения. История любви барабанщика группы Патрика и курганской девушки Марины сблизила два города еще больше. Даже песню парни написали символичным для Кургана названием «45». Девушка у меня здесь, которая скоро приедет в Екатеринбург. Он ее решил украсть с Кургана. Музыканты из «Сандоус» были приятно удивлены, насколько тепло их стали встречать в Кургане. Даже со сцены отпускать не хотели, пришлось выходить на бис. Марина Белкина, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45». Курганцы получили подарки от Санта-Клаусов. Организатор предновогодней акции – сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники «Корпорация Центр». Подробности в рубрике «Технология успеха». Санта-Клаусом может стать каждый. Возраст, пол и даже отсутствие бороды – не помеха, уверены молодые волшебники. Они впервые надели на себя красные тулупы. Их главная цель – нести хорошее настроение в массы. Теперь они танцуют, водят хороводы и поют. У Сант ответственная миссия – создать праздничное настроение в городе. Начали с запаха. Курганцам раздавали один из главных атрибутов Нового года – мандарины. Пешком без оленей и упряжки они шли веселым маршем по городу. Курганцы на встречу с Санта-Клаусами не рассчитывали. Я вообще не ожидала увидеть такое количество Дедов Морозов в Кургане, вот возле Пушкинского. Неожиданно и очень приятно. Я очень рада, что видел Санта-Клауса, получил подарки. Путь Санты проделали немаленький. Обошли все районы города и каждому, кто встречался им на пути, вручали купон на 500 рублей от магазина корпорации «Центр», чтобы можно было приобрести подарки к празднику. Мы как раз собираемся приобрести технику, думаю, пригодится. Спасибо. А карту, конечно, потратим обязательно. Спасибо большое. Санта-Клаусы произвели фурор. Водители сигналили, прохожие махали руками, фотографировали и снимали на видео. Причем радости у взрослых было больше, чем у малышей. Корпорация «Центр» и «Веселые Санты» задавали новогодний тон Кургану и подготовились к подарочному марафону. Отправляясь в декабре за подарками в гипермаркеты бытовой техники и электроники корпорации «Центр», можно смело рассчитывать на сюрпризы и исключительно приятные покупки. С
Следственный комитет на футболе. В минувшие выходные в спорткомплексе «Молодежный» прошел турнир по мини-футболу, посвященный первой годовщине образования Следственного комитета. В соревнованиях приняли участие 7 команд следственных управлений из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Это мероприятие мы приурочили к Всемирному дню футбола, который сегодня отмечается по всей планете. Ну, цель мероприятия простая – показать, в общем-то, людям, собрать всех вместе, вот, показать, что мы не только можем хорошо работать, но и спорт присутствует в нашей жизни, здоровый уже жизни мы пропагандируем и всех призываем заниматься спортом, приводить детей в спорт. По итогам соревнований кубок победителя получила команда Следственного управления по Свердловской области. В финале они выиграли со счетом 2-1. Зауральские оперативники заняли второе почетное место. Курганские дети талантливо рисуют, сочиняют сказки и мечтают о большой сцене. Эфир продолжит рубрика «Новые звезды». Спонсор рубрики «Новые звезды» – фирменный магазин детской дизайнерской одежды «Орби». Наш адрес – торговый центр «Пушкинский», второй этаж. Сильная, милая и, конечно же, красивая. Такой должна быть настоящая лисица, говорит 6-летняя Маша Фролова. Чтобы войти в образ рыжего зверька, девочка и походке научилась, и заискивающим интонациям в голосе. Ее лисичка – положительный персонаж. Ах, братец-медведь, для матери и дитя красивее всех. У девочки богатая фантазия, говорят воспитатели. Маша сама сочиняет сказки и сюжеты мультфильмов. Ее первые герои – жираф Петя и попугай Вася. Так что Маша еще не решила, будет ли сказочницей или актрисой. А может, выберет обе профессии. Всякие такие эмоции, хорошие, там так красиво рассказывают, красивые стихи всякие, песни. А вот Диана Поголь сказочных персонажей предпочитает рисовать. Сегодня цыпленок, а завтра, уверена девочка, у нее получится изобразить принцессу. Я очень хочу научиться нарисовать портрет. Сбудутся ли мечты девочек, покажет время, говорят воспитатели. А сейчас они всеми силами развивают способности талантливых детей. Таковы главные новости. Далее прогноз погоды. Я желаю вам приятного вечера и до встречи. Пошли все магазины, а в Селдоме все есть. Присаживайтесь. Мебель, которая радует вас. В Селдоме с суперскидкой 36% или в рассрочку на 32 месяца с 6 по 13 декабря. Доставили в лучшем виде. Вузбанк. Акция до 31 декабря. Снижены проценты по кредиту на доверие. Выдаем деньги после беседы. Телефон в Кургане 48 97 97. Мягкая и корпусная мебель производства «Россия». Магазин «Новая мебель» на Центральном рынке. Улица Куйбышева, 74А. Мягкая корпусная мебель эконом-класса. Качественно, стильно и без лишних затрат. Мебельная галерея. Улица Некрасова, 15А. Строение 1. В магазинах «Чемпион» акция «Пуховый беспредел». Скидки на все мягкие, пушистые и теплые пуховые куртки известных фирм 20%. Чтобы это милое создание вошло в квартиру первым, работали десятки людей. Мониторили рынок и ежечасно просматривали базы данных. Назначали встречи и обсуждали условия. Уточняли ваши требования и работали с документами. Решали правовые вопросы. Волновались, чтобы вы не волновались. Бегали, чтобы вы правильно не бегали. И теперь вы дома. Даже ваша любимица способна оценить размеры выгоды. А вы оцените нашу заботу. БК «Недвижимость». Мы вас устраиваем. Телефон 411-511. Здравствуйте.
Здравствуйте! С прогнозом погоды на завтра вас ознакомит Елизавета Лисогурская. Во вторник на погоде юго-западной части Уральского региона скажется влияние циклона. Так что здесь небо покроется тучами, возможно, небольшой снег. А на севере и востоке по-прежнему сильны позиции антициклона. И здесь наступающий день пройдет без существенных осадков. В Екатеринбурге и Челябинске возможен небольшой снег. В Тюмени без осадков. Температура днем минус 14, минус 17. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 20, минус 22. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 17. Атмосферное давление будет слабо падать. 13 декабря солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.